Иди сюда, киски. Киски, зайки, малышки, стервы. Алло! Так, а что, ну, здравствуйте, мы сегодня так официальненько... Слушай, видно смотреть... только тебя. Ну, вот итак, сейчас поближе. Итак, уважаемые граждане, зарплату не повышаем, и вы держитесь. Здравствуйте, молодые жизнерадостные людишки. Мы собираемся с вами сегодня на эту конференцию с нашим великолепным тренером Ангелиной. Ангелина, ты можешь сделать это попроще? Да куда еще проще-то? Короче. Всем привет. Короче, мы сегодня объявим победителя. Маша своим полицам возит. Да что ты и сделал? Она все время так. Она как-то на задний план, да? Она как-то мой эфир ты заслонила. Так, хорошо, давайте я буду так. Мой эфир. В общем, мы сегодня... Женя. Жень, ты что из соседней комнаты нам пишешь? Евгений, мы еще не познакомились. Евгений, ознакомься, это Ангелина. Ваш новый сосед. Ваш новый сосед. Короче, ладно, мы шутим, смеемся. Катя, как так интересно смотрит, Катя, ну как ты войди тоже в эфирчик, я не да знаю. Как мне войти-то? Ты, господи, ты закрываешь все. А на каток нет, еще не ходили, но обязательно сходим. Да вот, не сходим, общем, конечно же, мы. А мы, смотри, нам сразу спрашивают про султана всего моего сердца тут. Теперь настроение хорошее, то я ногу сломала. Но вот видишь, мне повезло тебе. Что с качеством, Мария? А, я не знаю, надо протереть, может быть? Что с качеством? Ребят, о, мне кажется, вот сейчас лучше стало. Кажется, Машка ушла из кадра. Прям хорошо. Слушай, ты что, на двух стульях сидишь, Маш, блин? На одном. Ага. Маша, ну ты чего? Где? Я на одном сидела. Ты что, я просто вот так вот. Ну ладно. Короче, пока тут можете задавать вопросы, но я думаю, вы, как всегда, будете задавать какие-то провокационные вопросы, на которые мы вам явно не ответим. Да, не ответим. Но что, будем подмигивать. Обязательно вам на что-нибудь намекнем. Что? Так, мы совместно искать, и можно, чтобы все влезали. Ну так, да. Так. Что? В каком мы городе живем? Ноги как у Катю. Короче, я не знаю, насколько это будет рентабельно производить тут, потому что, мне кажется, Ася где-нибудь сейчас на работе сидит, которая выиграла. Так казалось, что она наша старая знакомая, которая была с нами на вечеринке. В общем, она выиграла. Об этом я еще в сторис напишу. Поэтому, Ася, мы тебя ждем на тренировке. Катя, поаплодируй. У нас отправляем новый член. Кстати говоря, это Ася подарила мне носки с Red Bull. А это Ася подарила мне цветы. Кто спрашивал? А, цветы она мне тоже дарила. Парень или девушка? Парень. Где парень? А что это такое? Парень это или девушка в красном? Я поняла, что сообщение. А зачем? Что слушай, это же на парня похоже? А да, они просто не видят твой чубчик. А что, парня длинноволосый не было? Не, бывает. У нас есть друг Олег. Короче, как-то так. Вы вместе живете? Ну, да. Походу, теперь да. Ну, по крайней мере, я Ангелину вижу чаще, чем мать родную. Ну нет, ну в натуре. Вторник, четверг, суббота, воскресенье. Когда там еще во вторник, там у нас вот один день будет перерыв. Может, не наваливаться, потому что там жарко становится. Я просто очень горячая. А она что, вместо Жени? Нет, не вместе, она вместе с Женей. Да, теперь вместе с Женей. Помните, вы говорили, что появилась новая тёлка версия 2.0? Это вот она. Да, она и 2.0. О, господи! Вот Женька. Я новая тёлка. Жень, ты рад? Женя, тебя теперь ещё на тёлка. Вот. Вы её уже посвятили в Гледа Хате? Нет, она не пьёт. Поэтому ещё не посвятили. Но она уже пьёт вторую кружку чая. Поэтому она пока в моей, как сказать, компетенции. Она вот тоже с февраля будет худеть. Мне кажется, что она просто тебя поддержит, типа, а потом крылышки со мной наворачивать будет. Ты такая, да? Я-то думала, ты другая. Да, весь состав сегодня в сборе. Вот видишь, говорил, что будут провокационные вопросы 100%. А с депутатом, да, общаюсь. Дурдом. А как иначе? По-другому скучно. Жень, ты хоть выспался? А Елизавета? Елизавета всегда с нами. А будет Елизавета сегодня? Вика, это... Блядь, все. Мне кранты. А с херали она не пьет. А что, она пьет? Где Вика? Викуля, это чай. С херали она не пьет. А вот она не пьет. Потому что я сейчас за тобой поеду, поэтому я не пью. А вообще мы ей предлагали, у нас текила осталось. Она что-то отказывается. Да, привет, вот. Смотри, Ангелина, вот это вот, видишь, привет, как дела? Это вот левая тёлка версия 1.0. Да? Да. Mm-hmm. Жень, твоя бывшая пишет нам, как у нас дела. А что? А у нас все хорошо, как видишь, мы счастливы. Осталось Кате напугать Ангелину, она будет посвящена в Гледа Хату. Конечно, напугаю.
Так что без провокации уже никак. Ну и никто сомневался. Если никто не пьет, что там будет? А когда станем... С говядиной мне больше нравится. Что, дождь с говядиной? Я вообще люблю любой дождик на самом деле, только я его не ем. А Катя приходит, например, коза такая, и дождиком воняет очень вкусно. Что, я давно не ела. Захотелось поесть. Чё, Катюх, она болела, Катюх, поэтому я она... Поэтому бокс пришел домой к ним. Да. Понимаете? А еще Ангелина, знаете, ее сердобольное сердечко, давай покажу. Ой, господи. Ее сердобольное сердечко. А, Маш, зачем ты так облокачиваешь, ты меня сломаешь просто? Началось. Ее сердобольное сердечко собрало вот для детишек, вот-вот. Собрало. И даже я, представляете, собрала. даже я отдала своего любимого, как его звали-то у меня, господи, Рудольф? Сына своего сдала. Ну, дети взрослеют и переходят по наследству. Вот, видите, мы тут все собрали. Вот. Маш, мне кажется, что обидно будет, видите, как много подарили эти игрушки. Но они-то знают, что это пойдет на доброе дело. Никому обидно не будет. Это на доброе дело. Что ладно, если бы я это выкинул, вот это было бы обидно. А мне не обидно. Это на доброе дело. Ну-ка, Силь, обратно. Ты не в кадре, Мария. Я просмотрю. Я тебе лишь помаду испачкала. Название Dis Choice. Ой. Женя, в хорошем настроении. Какие нравятся парни? Ну, вон Женек красавец вот стоит. Главное, так, давай ты, свой парень-то не восхваляй уже. Не жирный. А мне пофиг, жирный или нет. Я люблю любого. Кто не ты жирный, Жень. Мамка сына сдала, да? Ну, я сдала в хорошие руки. Ну, все так обычно говорят. Я желаю ему дети лучшего. Дети взрослеют. Угу. Маша очень похудела. Ау, сива. А. Тяжко. Да чё тяжко, блядь? Да я на вас две сиськи всего лишь положила. Нас уже прижало к столу, понимаешь? Нет, мы в Питере живем все. Почему так актуальный вопрос, какой мы дошик любим, не понимаю. Да, кстати. Волосы у Кати именно так. 600 грамм у меня волосы весят. Новый дошик с креветками появился. Ты что, не ела, я что пробовала. Нет, не ела. Я еще в Москве у девочек поела. И что, вкусно? Нет. Слушай, да, он острый. О, он очень острый. Он очень острый, но как будто ты, ну, как с морепродуктами покушала. Женя, вон хочешь пиццу поешь? Мама домой привезла. Твоя любимая. Я сейчас кусок заберу домой с собой. Забирай. Женя, оставь, пожалуйста, на этот кусок. Вот видите, дайте Маше мужика, а лучше Маше дайте Федука. Вот у нас живет мужик в соседней комнате, я не понимаю, что ей не нравится. Да потому что этот мужик вечно работает. Живет, ночует только, если... Только... Да, он тут не живет, он тут только ночует. У тебя сегодня... Альфонс надо, кто на шее будет сидеть каждый день? Нет, Женя. Вот именно. Женя, где мои две кофты? Работает. Отвратительно, Маш. Работай, ладно. Сама не знаешь, что хочешь, вот и не можешь найти мужика себе. Ну нет, главное, что поваром был. Но это так, знаете, бонус. Ну, знаю, что он готовит. Мы сейчас такой... даем готовить, Женя. Какая... Боже, ты просто бонус. Мандарины чистить. Появится какая-то мужеподобная баба, вот тебе повар. И что? Ну, повар. То есть ты меня все уже в бабу опять отдаешь? Мне 27. Че ты врешь? Она младше меня, блин. Но старше меня на пару месяцев. На минуточку. Олег проводит лекции под рядом, а тут ПП и бокс. Да, потому что мы... За ЗОЖ. Виталик. Он сантехник, а не Федук. Этот сантехник, да. И Федук. И Оксимирон ему называли. Кто кого не называли. Видите, Маша худышка пишет. Виталик это чувак, с которым Маша переписывается. Я пока еще не выяснила, кто это. А негр его погоняла. Виталик... Это от него сын. По почте выслал. Нет, Виталик это, короче, мой старый знакомый. А, короче, это друг моего бывшего ублюдка. Когда кто, замуж выйдете? Да. Ну, у него погонял негр, он не негр сам. А почему негр? Как потому что работает много? Ну, он, да, он такой творческий человек. Как Евгений в вашем бабском коллективе? Евгений! Как тебе в бабском коллективе? Он сегодня проснулся от Катиного концерта. Потому что я не знала, что он дома вообще. Женя, у кого лучше мамочка? Своеобразная, да, пицца? В смысле? Это эксклюзив. А чем мандарины запахло? Женя ел мандарин. И не предложил даже никому. Маша, Олег хочет тебе сделать дреды. Нет, дреды максимум только на месяц. А можешь мне тоже мандаринку? Сразу взгляд. Мой Женек отдает еду из холодильника. Маша, ты пиздец. Ой, мандарин, ну просто комплимент. Так, где твоя сестра? Моя в Саратове, лично. Спасибо. Есть сестра Ангелин? Двоюродная. Одна? Ну, я знаю про одну, да. Что запрос? Ага.
Запрос на участие в прямом эфире, ты запрашиваешь запрос, и если мы его принимаем, то ты с нами в прямом эфире. Потому что, То есть, если что, я могу запросить у вас запрос. Маша, почему мне тяжело? Потому что ты просто помнишь. Потому что Маша легла на нас, поэтому тебе тяжело, блин. Они меня унижают! Ребята, почему вот вы меня всегда хвалите, а они на меня всегда жалуются. Засуньте мне мандарин в рот кто-нибудь. Хотя. Ей можно? Да. А что мне нельзя? Очень даже можно. Выплёвывай. Сок попей и выплёвывай. Мам. Маша как похудела? Потому что Маша пиццу не ест. А очень, между прочим, бы хотела. Что это такая в красной толстовке? Наш тренер. Это наш тренер по боксу. По совместительству благодетель для всех детей. Она на вид очень серьезная, но на самом деле... Веселая Ангелина. Но на самом деле... Она веселая. А где вторая моя? Ну, это так только кажется. Обычно в душе... Иногда даже шутит. У нее иногда даже получается. Ну, ладно. Женечка, а можно еще мандарин? Еще? Не повезло ему. С бабами? Ну, мы такие своеобразные, конечно. Спасибо. Просто... Я просто Маше отдала всю практически. Чё ты вот врёшь? Вообще-то да, на тебя половину отдала. Тебе отдала. Ну чё, охренели, там было 3 дольки ты ровно. Ты нормально половину тебе отдала. От души прям отломила. 3 дольки ровно. Что значит 3 дольки половина? Ах, вы неблагодарные твари. Окей, вот они меня доведут. Я вот добрый-добрый до поры до времени. Они меня доведут. И в итоге я стану очень злая. Угу. Я тут, значит, пиццу. Всем жопу облизала. Ну, давай без подробностей, пожалуйста. Какие тут некоторые люди эфир смотрят. Меня не облизала. А где лизок? Меня облизала? А ну-ка, иди ко мне, моя конфетка. Ой, ты мой сладкий. Господи, боже мой. Что, ты ревнуешь к своему хахалю? Я так и знала. Вам группу Виагру надо. Кстати, да, беленькая, рыженькая и беленькая. Кто рыженькая? Я. Ты рыженькая? Ну, такая, что-то на полджонсона. Я после неудачного окрашивания рыженькая. Ангелина скромная. О, это какая она скромная, она мне все в своем... Катя, у меня твой волос просто во рту как будто бы. Да, мне тоже любит немножко стоять. Хоть что-то у тебя стоит. А что у меня еще должно стоять? На этом хватит. Хоть что-то. Маша оденет боксерские перчатки и побьет вас. Во вторник. Во вторник. Во вторник. Я помню. Она постоянно угрожает своим вторникам. Постоянно говорит, что что-то всегда не так во мне. Гриша, что-то у меня все время не так. Что же, что же? Да ты что? Ангелин, ну пипец. Грановская, это махач. Да, нет, я всегда любила на Седокова, может быть. Рядом я ты. Не знаю, что мне делать с этой бедой. У меня в жизни было все да не то. Где моя судьба мне неведома. Пусть все будет как... Кажется, Ангелина сейчас начнет пить. Пора, походу. Но я играю... Маш, почише чуть-чуть. Почише? Почище, пожалуйста. У меня... Почище, и потише. У меня аж... Ну, блин. Вы общались с Аней Костиной? Вы не поверите, даже она знает Аню Костину. Она даже знает Анжелку, как так получилось. Она знает Илонг. Вообще просто... Всех знает. Всех знает. Всем привет. Слушай, зрение надо хорошее, чтобы вот так все видеть, конечно. У меня линза. Вот почему кто-то говорит, что Маша красива, а остальные говорят, что Маша, ты нас наукатил своими сиськами, пожалуйста, бери их. Ангелина, ты можешь сделать более счастливое лицо? Как будто ты нам рада. Ангелина, пожалуйста. Мне просто заплатили. Хотя бы на 10 минут. Да, хотя бы можешь сделать, что ты рада? Ну, сложно, на самом деле. Сколько стоит бокс, Ангелина, тебе спрашивают? А вы Ангелине напишите да, личку, она пожалуйста, вам мне. Ангелина, идет в Инфинити? Пойдешь в Инфинити 26-го? Да. Нет. Нет? Ты пошли 26-го. Иди на Инфинити 26-го. Вика, ты не хочешь? Виктория. Виктория, пошли тебе Вика, в Инфинити. Мы вас приглашаем на Инфинити 26-го. Там будет очень мочилово. Там будет дикое мочилово. Подожди, не рассказывай. Не рассказывай. Еще не все можно рассказывать. Вы драться с кем-то будете? В купальниках, грязи? Конечно, вообще голая. Ангелина, хэштег Ангелина, держись. Я тебе реально рекомендую прийти. Я тебе, я вообще так рекомендую. А 26 это что? Скорее всего, суббота, может быть, или пятница. Не понедельник. Да, не понедельник. Скорее всего, пятница, скорее всего, суббота. Ты лишь по понедельникам в клубы ходить? Ты как говоришь, а что, это не понедельник? Ангелина такая, куда я попала? Ангелина, ну всяко бывает. Гель, я же сходила однажды. И что?
ВИК, ну, если сходил однажды, сходите дважды, потому что 26-го ВИК будет просто Армагеддон. Кто тебя не отпустит? Все отпустят. Отпустят. Пусть так. Они не наваливайся, да что такое-то, да это всего лишь... Невозможно. Сука. Ангелина, беги от этой, блядь, до хаты. Не надо бежать, ну, все замечательно. Кормит вкусно. Ставлю на бурую. Да еще один, ну что все на мою дырку смотрят? Нельзя смотреть что-то другое. Пропердела. Потому что, Маша, у тебя просто красные трусы, да. И на черном это видно. У меня вообще-то розовые. Они да. Красные. На Олега похож. Тут Коля. Нет, ну никакого на Олега. Олег это друг наш. Катя, ну ёпрста. Ангелина на Олега. Кстати, нет, не похоже. 26-го будет не очень? Ошибаешься. Ошибаешься. 26-го будет Армагеддон. Я в этом уверена. Я точно 26-го пойду в Инфинити. Ты молодец. Чего ты молодец? Вы тоже идете. У вас суббота персоналку вы не забыли? Это 26 число, да? Я сейчас посмотрю. Ну-ка. Ну-ка. Ха, да. В смысле? В смысле, 26 число суббота. Только не вот следующего. Ну ладно. А мы что, хочешь на субботу нас поставить? Ладно, потом обсудим. Я по утрам не могу заниматься. Ты же знаешь. Накормить меня, я кушать хочу. У нас и Женя сожрал, скотина. Ставлю на Елизавету. Я тоже. Кто такая Елизавета? Может, Елизавета? Ты не знаешь Лизу? Елизавета? Нет. Ты не знаешь Лизку? Как Лизу это не знать? Всем пискам Лиз. Всем пискам Лиз. Пис. Так, ладно. Не все знают Лизку. Наши современные... Женя, ты знаешь Лизку? Нет. У меня 2 часа тренировка, как вы уже... Вот Лизу. Поняли. Лизеньку. Не знаю. А то интонация не узналась, ничего не поменялось. А что, какая разница, что в Инфинити только не натуралки ходят, не могу понять. Я приду в Инфинити, если придете вы. Да, блядь, там Гиля, ты меня подсиживаешь. А Ро опять, да, мы с Лизой. Жень, а ты когда-нибудь дружил с Лизой? Нет. Конечно, дружил. Да полебас дружил. Я уверена, что дружил. Я тоже уверена. Как Маша с Мишей дружила? С каким Мишей? Миша. А что, с Петровичем, может быть? С Петровичем? Петрович? Михаил вообще, Петрович. Блин. Нет, я с Петровичем дружила. Михаил, я до свадьбы не капаю в рот ни сантиметр в жопу. О, блин. Что ты по твоим шорткам, знаете ли? Целка мира. Дырка на жопе, дырка на жопе, блядь. Вообще-то я монашка. Ага, да. Да Ангелина, юпорсуте, блядь. Тренировка-то днем, а тусовка ночью, да, кстати, между прочим. Ангелина, не понимаю, что ты делаешь. Вы знаете, что после тренировки я ужасно хочу спать и лежать на диване. Будет трансайз инфинити? Маш, мне очень тяжело, и мне нечем дышать. Пизду, блядь. Ты, естественно, отбор, Маш. Извини. Мне показалось, это дедушка. Твой? Да. Нет. В инфинити одни натуралы, вот пишет Полина. Да, именно. Жень, что ты смотришь? Кусочек оставь, пожалуйста. А так остальное ешь, хочешь? Я не ем. Не знаю. Так кушай, я не соблазна. Маша делала губы. Почему дырка на жопе? Потому что она замуж ушла. Целка. Там, там ну просто старые штаны, эх. Не ходила. Да. Вот они, видите, они постоянно меня дискредитируют вообще. Что случилось с коноплей? Пусть Маша сядет. Не надо, пусть Маша стоит лучше. Лучше не быть монашкой. А я монашка. Выстрелили ваш собственный эфир. Ну, как обычно, в принципе, ничего нового. Нет, я вот, видите, у меня вообще пол лица видно. Ангелина! Что-то пошло не так. Ну, я нашла, да, это вот первый блин, чтобы не комом был, понимаете? Катя, ты обязана быть в Инфинити, говорит. Я еще не знаю, ребят. Мне нужно подумать. Ой, это я общаюсь с третьих пацанок, да, вот. Мы вообще вторые, Ангелин. А, да, блядь. Вот как бы мой уровень знаний. Ну, сорян. О, кабан! Кабан, здорово! Опять кабан? Кабан, смотри, персик. Боже. Кабан, ну, хороший же. Давай не так откровенно. Да, прекращай. Я видела ваши переписки. Переписки. Какие переписки? Вот ваши переписки. Ой, жарко, Маша, невозможно. Я просто горячая, Ангелина. Сейчас, мне кажется, ты похудешь прямо сейчас уже, и я вместе с тобой. Жарко. Да, итоги конкурса были, победила... Как Ася. Да. Ася. Как ее? Она у меня там записана. Женя! Там такая мочила, Катя. Да, там будет мочила. Какое мочило? Двое из Виагры, целка мира. Да, я целка мира.
А эти две. Ася победила. Да. А та, которая в ванной лежала. А, да? Которая с вечеринки. А что она выдела? Абонемент к Ангелинке. Она сюда опять переезжает? Ну, может, она учится, хоть телефон у нас не тут на тренировке проходит, если ты не понял. Территория бокса переезжает. Вот, а так будет там в зал ходить. А что, ты соскучился по Асе? Нет. Нет. Зачем? Жень, хоть по кому-нибудь в жизни ты скучаешь? Ты даже по своей подружке любимой не скучаешь. Опять Марии Венеру Миловскую. Да, да. Слышь, Венера, блядь. Теперь это каждодневный тренинг? Нет. Нет. Я вообще мне неделю не было. Следующей неделе у них новый режим. На следующей неделе у меня 3 дня подряд. В смысле, что, на 3 каждый день? 3 дня подряд на следующей неделе. У меня вторник, среда, четверг. Бокс сила, говорят. Блин, у тебя есть вообще мускулы хотя бы? Да. Ой, так хорошо мы сошли. Мама, ну спасибо, ты как всегда вовремя. Ну что, как успехи? Спрашивает Маша. Ой, фу, мама. Как стать такой же пиздатой, как и вы? Ну, простите, места заняты. Короче, что ты делаешь? Ну, я встаю просто. В принципе, у нас зал на хате такие есть. Все. Да, кстати, зал на хате на хате. Я там иногда танцую, когда у меня есть силы. Очень часто ржу. Потому что Ангелина иногда заставляет меня делать какие-то супер замечательные упражнения, например, подтягиваться. Надо было снять, кстати. Кать, ты вот очень много пропустила. Маша, знаешь, на турнике на шпагат села. Так... В полете, понимаешь? Она восходила, и вот ноги расходились. И вот вообще картина маслом была. Ну мне Маша рассказывала. Знаешь, сколько я снов просмотрела, пока в этом занимались? Теперь снова Катя с Ангелиной. На троих? Сразу же. Что там спрашивают? Ангелина, покажи мускулы. ММА сила, блядь. Что, тебе жалко мускулы показать? Ну покажи мускулы-то. Да отстаньте. Господи, Мария, руки свои убейте, пожалуйста. У нее КМС, она еще как разозлится. Это новый... У нее вообще-то МС. Да? Да. МС? КМС у нее по конькобегу. Мастер спорта. У нее МС. Да, по конькобегу КМС. Угадайте, сколько Ангелине лет? Да, угадайте, сколько Ангелине лет. Смотри, вот это первый, кто... Невозмутимый. Первый, кто... Значит, давай, может, какой-нибудь конкурс проведем быстренько. Быстренько конкурс организуем. Сколько мне лет, тот выигрывает, какой-нибудь приз. Давай. Тот... Первая бесплатная тренировка в зале. Вот. Я обожаю читать. Вот это звучит как-то очень интересно. Как? Улыбайся, Ангелина, улыбайся. Улыбайся, Ангелина, улыбайся. А зачем вы такое пишете? Так, мне кажется, смотри, не знаю, сколько мне лет. 23, 21. Слушай, а что, ты молодо выглядишь, что ли, они считают? В смысле, блядь, а что, у меня все потеряно уже? Женька, сколько ты дашь Ангелине лет? Подожди, стой. 31. Сколько? Ну подожди, сколько? Сколько? 31! Сколько дашь? Сколько Ангелине дашь? 125. Слушай. Съела, блядь? Охренеть! Слушай, я ей столько не давала. Вы просто не рассмотрели. Что? А что рассматривать-то? Было бы что рассматривать. 27, 29, 204. Да? 31. Мне 18. 18? Вы знаете, какого она роста? Там вообще-то кто-то первый уже угадал. Да. И там была, знаешь, какая? Вот это вот. Нет. По-моему, это та же, только она несколько вариантов. А, вот. Сан Йонг. Сасу Йо Гас. Это как? Су Йо. Сьонгс. Сьонгс. Короче, вот ты короче. С аватаркой и морем. Вот напиши Маше в директ. Сасу Йозг. Скажи, да, я та самая, которая угадала. 34 это край. Ну, в принципе. Там столько. Это там прям край, да. А? Чего, Жень? А? После цифры 4 можно, мне кажется, текилу открывать уже. Вот и мне мама пишет. Да? Что, говорит, как успехи? Они прям вовремя, понимаешь? Спрашивают, как успехи? Как дела? Ну, почти. Рост от возраста не зависит. Пишет Катя Хорошенко. Передай привет Кате Хорошенко. Жень, что ты меня лёг? Янг, блядь. А, это Сан Янг. Янг, блядь. Янг, блядь. Сан Янг. Катя, иди к логопеду. Да сами вы идите, блин. Так ей 31? Нет, ей 23. На минуточку. 23. 34 мне больше понравилось. Понимаете, что у меня тренер младше меня? А я вообще сначала увидела и не поверила. Ну, теперь я начала думать, что для меня 25. Это кто невнимательный там в эфирах, тот, ну, мог, если кто внимательный был бы... Ты выиграла... А ты из Питера вообще?
Ты же говорила не только минут 10 назад. Сколько если ты с Питера, да? Ты выиграла первое пробное занятие бесплатное. Тебя... Ну ладно. Посмотришь, как Маша залетает и садится на шпагат. На турнике. На турнике. 183. А познакомиться, смотря с какой целью. С кем? Познакомиться в клубе со мной и Машей. Сразу говорю, в туалетах я не целуюсь. А я вообще не целуюсь. Ты английский вроде знаешь. Да знаю я, господи, ты бы еще больше букв «С» написал, у меня аж в глазах затроилось. Ты, кстати, фильм посмотрела? Нет, я не с Питера. Новый же, да? Блин, ну вот облом. Ты не с Питера, ты не сможешь приехать. Нет, еще. Или не было времени до мастерского. Как будет только, так сразу. Вот. Так, что там пишет? Привет, привет, привет. Мы уже видели во втором сезоне. Что видели во втором сезоне? Как я целуюсь, блядь. А, как я алкашка, целуюсь. Алкашка, блядь, я ссаная. Нет, я по-трезвому? Нет, я вообще нет. А я же не пью, поэтому я приду 26-го в Инфинити трезвую. Чтобы никакая баба меня не уволокла. Я вас умоляю. Я не буду пить, серьезно. Я проконтролирую с Викторией. Ты что, с Витки будешь? Ну, я надо... Я же сказала, спросить блин. Надо дома. И Вика такая, вот WhatsApp хочу. Так. А каком фильме? Никаком. Фильм «Бляда хата» версия 2.0. Йоу. Это замечательный сериал. Тренеру оказался, представляете? Что-что? Кто-то занимался танцами, тренеру было 14 лет. Охренеть. Вундеркинды. Как тут, как делать? Тут не палить чужой телефон, когда он передо мной, прям, блядь, вот тут прям. Да я насчет вещичек, где там сейчас тебе хотят еще принести вещи. Так собирай. Так куда уже, у меня уже машина. Вика написала «хочу». Вика написала «хочу». Вот видишь? А ты говоришь. Все, Вика, вы идете в Инфинити танцевать. Йоу. Чикиряу. Я надеюсь, мне вход там открыли. А что, тебе был закрыт? Откроет. Нет, ну, конечно, подвески. Пить Маше нельзя, она будет снимать бой. Да, я какой буду бой? Ой, да, конечно. Знаете, Маша и на тусовке вопрос, у нас, блядь, Хати не хотела пить. Вся моя судьба сейчас решается. Катя, остерегайся бычих. Это типа бычих? Что я? Бычих? Что бычих? Маша будет оператором и комментатором. Ой, комментатор из меня вообще офигенный. Да заметила я тебя, не плачь, пожалуйста. Да, блин. Да, Ангелина, да чего ты начинаешь? Да невозможно уже, потому что, это блин. Всего лишь что мое плечо, то сиська. Так давай вот так сюда ты сядешь. О, давай. Ой, слава богу. Почему мы раньше не додумались? О, заебись. Блин, да нет, это же неровно. Что там по Елизавете? Я вспомнила, знаете, поговорка, кто бы серединке, тот женится на сфинке. Вот, как говорится. По обиду никому, конечно. Я не обижаюсь вообще. Огнетушитель, возьмите в Инфинити, обязательно. Кого? Огнетушитель. Думаете, жарко будет? Я не знаю. Ну, понимаешь, если запалит горячая женщина Мария Кузьмина, то явно там будет жарко. Я пока туда не собираюсь. Это кто? Знаешь что? Маша, шикарная помада. Спасибо. Запахло горело. Назови их лесбук. Вот, ну, типа того, да. Мах, она тебя выживает, да, ну вы не представляете, да? Она постоянно меня пиздит на тренировку. Да хватит тоже, ну что такое-то, а? Ничего, Маша постоянно после тренировки говорила. Вот видите? Я не знаю, что произошло, но мне кажется, Ангелина такая милая стала на тренировке, прям ее не узнать, такая милашка-милашка. Ну да, но она меня пиздит. Ну, значит, тебе нравится это, раз ты приходишь с таким настроением хорошим уже второй раз. Просто меня повышает тестостерон после тренировок. Просто тебя два раза подряд не было, поэтому... А может, это да? Возьмите меня и пожарный. Боже ж ты мой. Просто Милос. Здравствуйте. Я тебя люблю, когда ты уходил, я рыдала. Класс, Мейк. Это мне сегодня французское настроение удалось добавлять. Доброго времени, господа. Короче, ладно. ФСБ за мной не приехала. Маша. Что? Ебло как жопа. Ну, как дела? Да нет, конечно, не нашла она повара. Но все еще в поисках, поэтому если ты мужчина с пузиком, кто побил Конора, то... Приходи 26-го в Инфинити. Кто-то ментально, наверное. Найди меня, мужчина с пузиком, и если ты повар. Я готова тебя найти хоть в Инфинити. Столько столовок рядом, ты че, блин? И что мне предложишь, мне столовку? Столовая номер один. Конечно, там так... Там, в принципе, прилично, если... Шарлотка там какая. Мне нужен мужик, а не шарлотка. Творожник. Вот мы еще Лизу позовем. Где шарлотка, там мужик. Если хорошая шарлотка, что...
Ну, столовая номер один, ты что, обижаешь? Рядом зато. Там он не прошел проверку ревизора столовой номер один. А сколько шаверм у нас тут? А зачем мне Хач Иваныч? В смысле, блядь, какая разница? Ты сама говоришь, подожди, это не важно. Подожди, ты сама говоришь пансексуал, тебе не важно, какой национальность. А как мы с ним будем общаться? Какая разница? Они все разговаривают по-русски. Я бы не сказала. Нормально, можно понять друг друга. Язык тела. Короче, если ты мужчина с пузиком и ты повар, пожалуйста, мы тебя очень ждем. Также, если ты умеешь готовить шаверму, тоже не отказывайся. А если ты умеешь готовить ПП-продукты, то, знай, я тебя очень буду любить долго. Есть ПП-шаверма. Пожалуйста, в общем, короче, вы... Секс хочешь? Секс хочешь, блядь. Что-то сёбухи соседи уже пишут. Так, в общем... Елена, точно девушка? А вот вы, кстати, не знаете, точно я девушка или нет. Слушай, да. Мы не так близко на помощь. Еще горит. Слушай, нет, еще! Вика, если что, я не то имела. Я видела ее фотки с женского бокса. В смысле? В прямом я видела фотки. Какие? Какие? Ню? Ааа, какой! А заботка. Так. Короче, пиши мне, не знаком пузатик. Отлично. В общем, я выставлю сториз, кто победил. И ждем вас на тренировке уже во вторник. Это была Ангелина, Мария Кюри. Это мы снимаем, господи. И Екатерина Хорошенко. Все, а что мне что-то снимать? У тебя фоток ню больше нет? Если больше, они есть. Есть? Ну все, сейчас выставим. Короче, ждите фоток ню от Ангелины. Ах ты провокаторша. Все, в общем, спасибо. Так, своей красной помадой не буду вас пачкать. Я сейчас покажу, что... Я не... Блядь, я...